Томское приобье, таежный север, ссыльный край, Васюганье, Нарым, своеобразная природа, своеобразное искусство томских гармонистов-однорядочников. Как у рыбочки, да как у рыбки у ежа, да моя бабка хороша. А пирожки, да шанюшки, да не влюбляйся в каждого, да рукавицы и топор, моя Милка лучше всех. Это известный томский гармонист Михаил Иванович Савин. А это мой отец Дмитрий Захарович Заволокин. Мама Степанида Елизаровна. Прошлым летом мне удалось вместе с телеоператором после 40-летнего перерыва выбраться на свою родину, место стародавней ссылки родителей и других родственников в село Парабель. И получился, прошу меня простить, если что-то выйдет нескромно, вот этот рассказ о моей родине, о родне и с участием родни. Ну вот в этом доме я родился. Вы можете это подтвердить, как врач?
Ну, я как могу подтвердить? Что в 48-м году здесь стоял этот... В 48-м году в этом здании была вся больница, здесь и было и хирургическое отделение, и родильное отделение. То есть со всей вот Пробежского района сюда привозили и рожениц, и всех, да? Да. Вот. А вы, мой дядя, здесь жили в то время, да? Василий, да, Захарович Заволокин. У меня родилась дочь в 51-м году, тут, Тамара. Тут? В этом роддоме. А я? Мог тут родиться? Мог. Нашел. Тебе повезло, ты в роддоме родился. Нет, я себя нашел. Цивилизация, вот где я родился, вопрос. Анна Григорьевна Коржавина. Анна. Прямо родня. Вот, прямо совсем. Я слыхала, что вы приехали, говорили. На щуке вместе на с нашей щуке. Папой, да? Да. Ну, привет от него большое я вам привез, потому что они... Спасибо. Это самое, заболел он сам. Спасибо, Дмитрий Захарович. Да. Спасибо. Ну и как ваше здоровье, как жизнь? Ой, заболел, Саша, здравствуй. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Знаю вас. А знаю, я ваши частушки родные выписывал, мне так понравились, вот вы знаете... Ой, я вам еще напишу. Он даже сплакнул ваши частушки. Сплакнул? Заволокина гармошка весь поселок веселит, да? Да-да. А под Митину гармошку подпевать Милу не велит. Это ее частушка? Лизина. Лизина. А ваша какая? Вот в Парабеле я гостила, черную шаль оставила, чернобрового мальчишку тосковать заставила. Это ваша? Ну, давайте споем. Заволокина, я знаю, вместе щуки жили мы. Приезжайте, Гена с Сашей, ко мне вы на блины. А вот где-то щукинское лето, где мои 17 лет. 17 лет мои завяли, как во поле алый цвет. Давайте споем, а? Хоть немножко. Я сыграю, а вы просто так. А вы давно в щуке были? А? Давно. Давно уже? Давно, очень давно. Ой, ты щука, маленький поселочек, неужели не найдется по душе миллионочек? Без переселенцев выгрузили вот у реки, вот там прямо в палатках этого лесу голо было. Вот тут они жили несколько, пока их отправили по селам туда. По Щукам, Белкам, Саиспаевым, Сощига, Кирилловка, Сенькина. И где же наш дедушка Захар жил со своим домиком? Дедушка Захар жил вот где стог сена стоит, вот эти сарай, дом его упал. Он был ближе сюда к берегу. Вот я помню, на лодке к нему ночью плавали, шли, страшно было. Вот сарай – это его, а дома уже нет. Мы с Миленком расставались в это воскресенье, записали всех в колхоз, а нас на выселенье. Чужой-то на сторонке голод, холод и тоска. Утром встанешь, есть охота, хлеба нету ни куска. Ох, прошло и пролетело то весело времечко, когда мотанечка меня обхватывала беремечка.
в тайге дороги знаю. Знаю каждый поворот. Укажи ты мне, ветер вольный, да где судьба моя живет. Дайте дрова. Больше горел. Там больше пусть. Мы крепко, много. Сразу раз приходим, где нам отведено, там человек 10, там 15, бригада. Сразу разводим костер, кто еще в ветке, кто зажигает, кто спички устали давать. А то спичек не было, так головешка так целый сутками костер горит, чтобы не потухало. Совершенно непроходимому месту, болотами, лесами и мелкими пригорками, какая здесь местность находится, прорубали тракт от Щукеля, это расстояние 40 километров. Мы чащобу разрубали и тащали с каждым днем, но надеялись и ждали. Все равно мы тракт дойдем. Работали от зари до зари. А вот те, кто занял ваши дома, когда вот вы уехали, как они, их судьбы? Ребятки, их судьбы хреновые. Они многие погибли. Быстрее, они промотали, что есть. А нашего брата, хоть сошли в снеговую трубу, я все равно себе будку сделаю из снегу. Тарари-рари-рари-ра, тарари-рари-ра-рам. Из меня частушки лезут, я дарю охотно вам.
Я у дядьки сын один, ничего не делаю. Летом курочек пасу, зимой по девкам бегаю. Ты пошла доить корову, я по что не помогал, потому что на пригорке ейный бык меня гонял. Поликлиники мне дали от печали порошков, а мне вместо порошков лучше б дали пирожков. Если вздумаешь жениться, молодую жонку брать, нужно сразу научиться миллионы добывать. По деревне я шагаю, дым по крышам стелится. Я тогда жениться буду, когда бык отелится. Не ходите, девки, замуж, там не сахар и не чай. Быстро времечко подходит, сиди зыбочку качай. Коль хотите, я за даром буду петь для вас ушо. Это вам будет приятно и мне тоже хорошо. Человек подошел к тихой речке лесной, и все ищет чего-то, по берегу ходит, но не находит. Чего потерял человек? Чистоту. Тюрюрю куда ходила? Тюрюрю на рыночек. Тюрюрю чего купила? Тюрюрю ботиночек. Елки-палки, лес густой. Кошелек опять пустой. Ой! А меня сваты сватали и под лавку спрятали. Я под лавочкой сижу, да сватам кукиши кажу. Ох, Чик, Коченева, Омск, Томск, Толмачева, Тугум-Батум, Воронеж, меня ты не догонишь, ой! А у кого 1 миллион, у меня их семеро. Есть грузин, есть украинец, есть и чукча с севера. Мама, мама, вот тебе наука. Не пускала бы гулять, не нянчила бы внука. Ой! А в огороде у реки сажали помидорики. Хороши, да ненадежны нынче ухажерики. Петухи поют, проснулись, женихи идут, согнулись. Зачем ходил, зачем любил, зачем подарочки дарил? Из-за тебя, мой крокодил, ко мне никто не подходил. В корабеле хорошо, переменна пища. Утром чай, в обед чаек, а вечером чаище. Ух ты, ох ты, чтоб миллионок сдох ты, шампунь мыла, чтоб тебе пусто было. Oh,
Много чего повидали мы во время поездки на родину. Нашли, например, в Парабеле родной дом. Он приблизительно мой ровесник. Был построен родителями в Щуке и сплавлен по обив Парабель. После землянки тогда всем, а тем более мне, шестилетним, он казался очень большим. Побывали мы и на месте бывшего поселка спецпереселенцев Щуки. Вот где тут жил Захар, а мы вот здесь, где, сюда поближе, он где стол был. Вот здесь наш дом был. Понимаете? Значит, лежат тут кто-то из наших, да? Да, здесь лежит мой дед, бабка, дядька. Ну и много. Человек, наверное, 8 тут лежит. То есть из нашей родни, да? Из нашей родни, да. Вот так неожиданно для себя я отыскал следы своего прадеда, Федора Филипповича Заволокина, в заброшенной Щуке. Отсюда же уходил на войну мой отец. Был дважды ранен. Получала мама похоронку, но уцелел. А вот старший брат Анатолий, майор милиции, погиб не так давно, можно сказать, на боевом посту, в 1994 году. Играл на гармонии, любил петь. Вот единственная сохранившаяся запись его голоса. Родина моя, что будет и что было, все я пополам с тобою разделю. Вовсе не за тем, чтоб ты меня любила, просто потому, что я тебя люблю. Вовсе не за тем, чтоб ты меня любила, просто потому, что я тебя люблю. Да, когда вот так думаешь о своих корнях, о прошлом, о судьбе близких людей, невольно начинаешь сравнивать наше время с их временем, кому же было труднее. И, честно говоря, теряешься в догадках. И верится, что почему-то выживем мы опять. Неведомо как, с потерями и утратами, но разберемся во всем и устоим. Горит, горит лампочка на вечерке ясно. Терпи, терпи, девушка, совушка напрасно. Ох, если ты меня не догонишь, а я тебя догоню. Ты же меня не полюбишь, а я ж тебя полюблю. Да к миленькой в окошко бабка меня встретила с дубовой поварёшкой. По бокам два братишки, по спине отец да мать. А потом убился мой умишка, а милашки да не видать их. Верстовые нацелены копья дождей. Кто шел, кто проехал по этой усталой дороге, лежащей в безмолвных просторах тревожных полей. Сердце в глазах закипело слезой.
стоя у края могилы, расстроенным чувством, мы жизнь вспоминаем с последней весенней грозой. Золотогривые кони и вспашут нам